Уля, 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 уля. Ну вот, они сели, кормили их. Да, кормежка. Пускай послетали все. На кресту нема. А сколько они отлетали? Час 15. Да, час 15 отлетали. Ну, я сейчас здорово на это внимание не обращаю. До 40 градусов жары. Хоть и утро, но все равно. А днем вообще, не знаю, самому не утерпешь. Так что, ну, гоняем каждый день по утрам, чтобы не забывали, что это такое. Ага, крылья есть, надо летать. Ну, а результат пока не очень, но осень будет на это. Да. Даю им утром и ковшик вечером. Ячменя, ячмень. И все. А штук у меня сколько тут? Да где-то больше 60, где-то около 70 штук. Точно я не знаю. Точно не знаю, но где-то так. Где-то около 70. Так, ну ладно, отлетали. Эти тоже надо покормил. Теперь самому надо идти. Так, ладно, все. До завтра.